Студенты получат повышенные стипендии. Глава региона Сергей Носов 28 августа подписал постановление о повышении стипендий для студентов, получающих среднее специальное образование. Также стипендии повысили и учащимся в Северо-Восточном государственном университете. В СВГУ сегодня обучается более 900 студентов. По словам ректора университета Романа Корсуна, практически все получают государственную или социальную стипендию. С 1 сентября 2020 года выплаты увеличили. В этом году, вот с 1 сентября, нами принято решение о пересмотре размера стипендий в сторону повышения, поскольку такие возможности у нас есть. В частности, для всех студентов, которые к нам поступили в этом году на первый курс, да, до первой сессии, стипендия будет составлять 10 200 рублей. Естественно, дальше право на академическую стипендию надо подтверждать успешно с данной сессии. Суммы стипендий составят от 8500 рублей до 15300 рублей. Кроме того, первокурсники СВГУ получат единовременную выплату не менее 5000 рублей. Связано это с профилактикой коронавирусной инфекции. На повышенные стипендии для студентов в 2020 году из областного бюджета выделили более 52 миллионов рублей. На 2021 год на эти цели запланировано выделить 187 миллионов рублей.